Заканчивается Масленица. Наступило прощенное воскресенье. А вот уже на следующий день, в понедельник, начинается Великий пост. Время покаяния. В храме Иоанна Новосочаского прошло праздничное богослужение, в завершении которого состоялся чин прощения. Я сегодня стою перед вами, самый грешный и недостойный человек в этой жизни. Хочу, как настоятель этого храма, как благочинный всего нашего города и района, в первую очередь попросить прощения у всех прихожан, у всех людей, которые приходят к Господу. Слова прощения слышались из разных уголков храма, да и не только. Люди раскаивались друг перед другом, извинялись за свои обиды, недопонимания. Однако необходимо не просто сказать «прости», это нужно делать со всей душой. Искренно. Об этом говорят даже сами верующие. Я хочу попросить у всех прощения, кто меня знает, может, я когда вольно или невольно кого обидела. И сегодня такой день, давайте все попросим у друг друга прощения, давайте простим все от чистого сердца. И вот мы все ропщим, да, что вокруг нас плохо, что... Если мы сами изменимся, изменится и вокруг, мир вокруг нас, мы станем добрее, и станет все вокруг нас добрее. Ибо Господу Богу ничего не нужно, кроме нашего горящего сердца, нашего искреннего покаяния. Хотелось бы, чтобы у всех попросить прощения, чтобы тоже люди попросили у всех прощения, чтобы этот день был... Как говорил отец Рустик, был не формальностью, а чтобы мы просили у человека прощения, как бы думая, что мы видим его в последний раз. И тогда наше покаяние, наверное, будет чуточку больше, и искренность в этом прощении, наверное, будет чуточку больше. И тогда будет, может, и легче нам в Великом посту, если мы у всех искренне попросим прощения. 27 февраля начался Великий пост. Он будет длиться до великого праздника Светлого Христового Воскресения. Как отмечают священнослужители, это особые дни покаяния, изменения своей жизни. Каждый из нас вступает на подвиг Великого поста. И поэтому мы приуготовляем свою душу, чтобы очистить ее, чтобы искренне раскаяться перед Господом, оставить все свои начинания, злые и дела, которые были в нашей душе и сердце. Простить всем людям, которые нас обижали, оскорбляли, которые к нам относились, как нам кажется, недостойно, но мы должны простить каждому, ибо Господь сказал: «Простите здесь на земле, и я смогу простить вас на небесах». Во время Великого поста верующие едят только пищу растительного происхождения. Но, как гласит церковный устав, есть даже такие дни, когда не разрешается употреблять подсолнечное масло. Эти дни называют сухоедением. Это понедельник, среда и пятница. Во вторник и в четверг мы вкушаем горячую пищу. В субботу и в воскресенье мы вкушаем пищу с подсолнечным маслом. И только лишь... 7 числа, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, и 9 числа, в день входа Господня в Иерусалим, мы вкушаем эти два дня на протяжении всего поста, мы вкушаем рыбу. Но каждый определяет для себя пост. Пост должен быть телесный, а самое главное, он должен соприкасаться с духовным постом, чтобы они дополняли один другой, чтобы человек не просто отказался от пищи, а чтобы он отказался от своих грехов, от своих страстей, от своих пристрастий, те, которые ведут к нам пагубе души. Я желаю каждому из нас дни Великого Поста, чтобы каждая душа человека просияла, а самое главное, чтобы сердце и душа наполнились Богом, и чтобы мы в таком состоянии встретили праздник воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Елена Малоеван, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.